устройство и ремонт металлических кровель, материалы и изделия. Строиздат, Ленинград, 1985 год. Освещаются передовые методы ремонта и устройства кровель из листовой стали. Основное внимание уделяется вопросам новой технологии, производства работ, рациональному инструменту, механизмам и приемам работы, предложенным ленинградскими новаторами-кровельщиками и применяемым в ленинградских ремонтно-строительных организациях. Приводятся основные правила техники безопасности при производстве кровельных работ. Книга предназначена для рабочих. Авторы. Бот Кирилл Александрович. Земский Александр Александрович. Тираж 38500 экземпляров. Цена 20 копеек. Строиздат, Ленинградское отделение, 1985 год. Брошюра 65 страниц. Материалы и изделия. Кровельная тонколистовая оцинкованная сталь размером 1420 мм на 710 мм. Толщина 0,4–0,8 мм. Масса от 3 до 6 кг. Площадь одного листа кровельной стали 1 квадратный метр. Гвозди кровельные 3,5 на 40 мм. Строительные гвозди толщиной 2,5 до 4 мм и длиной 50–100 мм. Клямеры для крепления кровельных картин к обрешетке. Крючья для крепления настенных желобов. Костыли для поддержания карнизного свеса.